Ситуация на границе Греции и Македонии, где уже несколько дней не стихают протесты мигрантов, сегодня накалилась до предела. Сотни приезжих попытались штурмом взять стену, которая разделяет страны. Прорвав греческий полицейский кордон, они подручными средствами снесли забор из колючей проволоки и лицом к лицу оказались с македонскими правоохранителями. Остановить их удалось только с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. Помню, Македония закрыла границу с Грецией и лишь изредка пропускает на свою территорию ограниченные группы. В результате в пункт временного размещения с греческой стороны скопилось около 7 тысяч человек.